Всем здравствуйте! Приветствуем вас на канале «Хозяюшка. Рецепты успеха». Сезон консервирования вовсю набирает обороты, и мы тоже занимаемся консервированием. Сегодня хочу предложить вам довольно пикантный рецепт огурчиков в соусе чили. Значит, я вам расскажу рецепт на 5-литровых банок. Для этого потребуется 3-4 килограмма огурчиков, желательно такие маленькие огурчики брать. Затем для маринада 7 стаканов воды, 1 пакет соуса чили, 2 столовые ложки соли, 1 стакан сахара, 1 стакан уксуса. Для начала огурчики помыла, и они у меня постояли в воде где-то час. Они небольшие, я всегда так делаю, чтобы их нужно немножко вымочить. Ну, начнем с приготовления, наверное, банок. И заложим огурчики в банки. Уложенные в баночки огурчики заливаем кипятком. И так огурчики будут стоять 25 минут. Бланшировку будем делать два раза. Заливаем один раз на 25 минут, сливаем воду и заливаем еще раз на 25 минут. В общем-то, в оригинале этого рецепта огурчики стерилизуются. Но я не стерилизую, потому что они мне не нравятся так. Я люблю огурчики без стерилизации. Все, накрываем крышечкой и даем постоять огурчикам 25 минут. Засекаем время. 25 минут прошло. Заливаем огурчики повторно кипятком. И отставляем их еще на 25 минут. Далее готовим маринад. Воду ставим на газ, доводим до кипения и высыпаем сахар, высыпаем соль, перемешиваем и дадим воде закипеть. Вода закипит, тогда мы добавим соус чили и в последнюю очередь уксус. Вода кипит. Добавляем сюда соус чили. Также тщательно перемешиваем. Маринад приобретает красивый красный цвет. Сейчас закипит, и я добавлю уксус. Так, вливаем уксус, и наш маринад готов. Заливаем баночки маринада. Сразу накрываем крышкой, разливаем далее и закатываем. Огурчики я закрутила, вернее баночки. Вот такая заготовочка у меня получилась. Огурцы получаются очень вкусные и пикантные. Если вам понравился рецепт, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Мы будем вам рады. До новых встреч. Пока-пока.